Всем привет, играем дальше Сталкер. В прошлый раз надо контролировать его. На этой территории вылеты частое явление. Она очень обширная. Будем стараться избегать их. В общем, идем на Юпитер. Задерживаемся. Я просто не знаю, мне стоит сейчас агрить зомби и прочее, или можно все-таки избежать, наверное, этого. То есть сейчас мы как-то по минимуму попытаемся этот убить. Просто я не знаю, сколько у меня врагов будет. Возможно, очень много, и мне не хватит патронов. Поэтому я хочу это зайти сначала безопасненько, чтобы лишний раз не агрить ребяток. Гранаты и прочее, может быть, пригодятся просто. Если я сейчас на них все солью, возможно, мне не хватит ресурсов.
чё тут, блядь, устроили мне, урода? Сидишь, а? Урод, а? Еще что ли? Да куда? Че там началось-то у вас? Ах, не залутаю, да? Одну залутал, хорошо. Но я в нее под стволом там 3 гранаты вмочил. Наверное, из-за этого не залутал. Сколько много ресурсов было потрачено, да? Я в нуле почти. Хватит ли мне дальше идти? Возможно, это только начало. Надо быстрее лутать бюреров хотя бы. Чтобы плюс хотя бы какой-то выйти. Примеры 2 или 3 было, я так и не понял. По-моему, 2 было. Я не растерялся. Нормально. Я контролировал химеру. Мне на зомбаре насрать было. Конечно, они могли меня ваншотнуть, но я сомневаюсь, что у них это получилось, да. Все-таки я под обезболивающим. Я думаю, шанс ваншота от них очень низкий был. Приоритет, конечно же, химера. Thank you.
Ладно, надо дерьмо пособирать здесь, которое они раскидали. Выпал бы какой-нибудь чистящий наборчик. Просто чекать, тут все разбросали они. Порядок надо навести какой-то. Блин, а хватит мне патронов? Вряд ли. Ой. Честно говоря, не факт.
Дроби у меня нету, да? Я ведь вроде не успел, да, убить никого-то. Вроде полтергейста я не убивал до этого. Или убил одного. Нет, вроде не убивал. Вспомнить бы. Там вроде сразу химера на меня выбежала. Я отступил, да. Интересно, контролеры будут? Отлично, патроны. Давай, давай, попробуем мне ГГ сделать, ублюдок. А чем воевать-то? Агрессивный, агрессивный, да. Давай, на слабо меня взял, красавчик. Ну
Друзья, давайте это угомонимся. Пистолет попался мощный. Да, молодец ты, дружище. Хорошо танкуешь. И он не сдох. А чем мне его убить-то? Лопатой, блядь. Чем? Да, молодец, молодец. Блин, нож надо было хоть взять. Я не знаю, что делать. Да иди нафиг, а. А чё он так много? Это, у нас тут есть что? Патроны какие-нибудь? Ладно, я полутаю пока, насрать на него. Я найду патроны, нормально. Полутать, главное, успеть их. Успел, походу, уже, да? Но... Увы, у меня не было выхода. Как я их могу тут залутать, когда меня гасят просто? Не стесняюсь. Блин, я не подумал нож взять для такого. Можно было взять, реально попробовать. Ножом бы его убил бы. Минимум двоих надо еще убить. Да, прекрасно. И какие-то патроны. Давай продолжим. А этот чё? Я понимаю, что тебе наплевать на этот пистолет, но у меня нет вариантов. А я его убью хоть? Да ладно, ты чё, серьезно что ли?
Ну давай побегаем. Блин, если кровосос какой-то попадется, все, конечное, походу. Я не знаю, там может еще остались просто. Конечно, я могу сиг взять, но там тоже патронов так в магазин, блин. Этого не хватит. Сига не хватит на всем. Плюсом здесь еще напасть могут. Там труп, что ли? Есть вероятность, что кровососы еще могут быть. Короче, все супер может быть. Уважаемый, вы где? В принципе, магазина мне может хватить на две собаки, если там никого не будет. А может не хватить. Не, должно хватить. Это если никого больше не будет, кроме собак. Прям на то никого. Если кто-то попадется, придется уходить. Я сейчас, конечно, чекну. Но как только сразу увижу кого-то, я ухожу с завода. Не знаю, давайте тогда пробежимся сначала по заводу. Потом уже залутаем окрестности. В теории должно хватить на собак патронов. Этих друзей не хватало еще. Так, после запечатывания путепровод заполнили газом. Это вам не пукалка, это сик. Тем более стрелка. Он очень сильно сбалансирован в этом плане. Очень хорошо выносит все.
Патрончики тут даже есть. То, что могу, собираю. Что оружие пригодится мне еще. Гранатку даже дали мне. И она мне пригодится. С электроникой здесь то же самое. При этом система защиты от выброса цела. Что же это было? Что же это было? Документы, пока я туда не заходил. Ну, нормально. Думаю, выбраться я смогу с завода. Коротким путем не буду, потому что я не все документы взял. Здесь вход в путепровод. Если запустить генератор, получится открыть транспортный шлюз. Интересно, можно как-то взаимодействовать с этим, пока азота нет? Ладно, давай два. Окей. Уговорили. Так, давай сюда. Отлично. Thank you.
Схема путепровода Припять-1. Вот и доказательство. Подземный путь в Припять существует. Да-да-да, мне бы выбраться с завода еще как-нибудь. Для начала. Все бы ничего, но выбраться-то тоже надо. Пришел ты, пришел, ну окей, справился. А выбраться? А можно и не выбраться, можно остаться здесь. Нет, это я не буду использовать. Давайте попроще. Ой, хорошая. Хорошая была. Вот это F1, вот это я понимаю. Вот это граната, а не фуфло. Хорошо, мы тут сэкономили на них. Сразу всю херню выкинуть. Автомат я оставлю. Патроны все-таки как-никак. И вообще я бы перезагрузился. Слишком много наделали здесь. Будет неплохо, если какой-нибудь долг подойдет ко мне, хотя бы кто-нибудь сюда, не из врагов, чтобы поддержал, если что. Это кто? Люди, ведь не зомби. Здорово, ребят. Человек, мир! Ствол спрячь, а вы тут это подзачистили, нет? Кто это? Тут кто-то был, нет? Перезаряжайся уже. Уважаемый, у тебя не слишком там много потому что.
Я, конечно, сейчас с огнем играю. Ой-ой-ой. Все, уходим. Уходим как можно быстрее отсюда. Блин. Как мне избежать контакта с мутантами? Пацаны, прикройте меня, плюс. Не, надо с ними быть рядом. Все, гуляй, пиплы! Трое, да, их. Баста! Все свободны! Давайте, пацаны. Свободу не остановить! Работаем. Я надеюсь, они профессионалы справятся с ними. Я не знаю, кто там, но надеюсь, что справятся с ними. Бандиты, походу. Парни, у нас слева проблемы, походу. Да, убейте этих бандитов. Вот. Может, не ввязываться в это дерьмо. Там, походу, наймы еще. Красиво завалился. Там слева еще стреляют, походу. Как же его там душат? Там наймы 100%. Там наймы 100%. Слева наймы 100%, походу. Ну, пацаны, давайте, работайте их. Блин, может быть, конечно, проблема, что слева наймы, которые вряд ли мои друзья. Такое ощущение, что тут кто-то ходит, не? Патроны, может, найду пути. Он хорош по стволу раздает им прям. Вот этот красавчик, он жесткий. Давай еще туда гранату. Бандит, по-моему, он не враждебный. Давай, давай, добивай его. Отлично. Конец-то он. Горел.
А слева-то они задушили их, что ли? Слева кто-то стрелял еще. Надо проверить, где там свобода. Пацаны, вы где? Меня бросаете? Куда они ушли? Или их скопытили? Неужели их сглушенного скопытили? Да и нет, вроде. Снорк вижу. Нет, хорошо, что я туда не пошел. Не знаю, кто по нему стреляет. Не думаю, что это твои. Ходим, короче. Я выжидал момента, что что-то сейчас случится. Так оно и произошло. Есть вероятность, что это долг, но я не совсем доверяю этой вероятности. Если это не долг, то ГГ сразу, поэтому... Возможно, это нами стреляет какой-то, я не знаю. Ночное время вполне возможно. Чего в аномалию побегу?
Ну ладно, справились. Тяжеловато, конечно, было, но... Здесь нельзя торопиться в этой игре. Надо это... Привет, брат! Прислушаться, понять, что-то может движется. Неожиданное и непонятное, и бесшумное. Спокойно. Без нервика. Когда бежишь на пролом, обычно так с инвиза и убивают незаметно. Я тут вспомнил. Один сталкер у другого спрашивает: а знаешь, какая машина самая сталкерная? Я тут отвечаю, тот какая? Спорожец, слава чему. Все просто. Надежная как-то. И багажник спереди. За хабаром удобно присматривать. Не знаю, нужен ли мне бинокль. Ставить его не оставить. Не знаю даже. Ну, в принципе, можно, мало ли, я там без снятия пойду день. Зря я сейчас это сделал. Да ладно. Вообще этот можно сик оставить, он очень хорош. Наверное, зря, да. Рановато. Не надо было спать ложиться. Надо было, наверное, квест этот пройти. Но, с другой стороны, я все равно тут сейчас все буду продавать, поэтому пока выбрать не дам. Пока он там пройдет, все уже сделается. Радует, что я у Азота теперь могу все прокачивать, не только у Кардана. Да, со сварогом бы еще как-то разобраться. Внимание, Покедова! Пойду я к Золусу.
Не совсем удачно я этот выбрал, наверное, момент сна. Надо было попозже, блин. Можно, конечно, было эту херню применить. Побыстрее бы было. Чем пожаловал? Слушаю тебя. Значит, уговор. Идем вместе. Найдешь бойцов, присылай ко мне, буду делать из них команду. Когда все будет на мази, дашь знать. Забираем Азота и вперед на Юпитер. Это будет легко. О. Выдвигаются, ребятки. Нихрена себе, молодой ты человек, серьезный, да, по-моему? Серьезный, серьезный, вижу. Не, ну нормально, чё-то. Сейчас бы без выброса поспать еще после этой херни всей, что мы наглотались. Выспаться от этой водки, блин. А сейчас опять выиграл, да, вы серьезно? Стопудово. А, нет, повезло, все, нормально. Нормально раскидали, значит. Все как нужно, все сделали, значит. Чем пожаловал? Слушаю тебя. Yeah.
сказано, надо огород прикопать, картошку посадить. Сама нифига не справляюсь. И ни одна сука не поможет. Пацан ей отписывает. Ты огород, мамань, лучше вообще не трогай. А то такое выкопаешь, что не только мне срок накинут, но они жесткие, а тебя на крытую отправят. Матушка такая через неделю... Подходь! Фига себе, родной! После твоего письма менты набежали. Весь огород перекопали, только не нашли ни хрена. Злые такие были, маты до неба гнули. А пацан ей так отвечает. Ну типа, мать, чем смог, тем помог. А картошку копить уж сама посадишь. Не, ну твою мать! Ну нельзя ж только ничего не топтать! Можно, конечно, ученых было продать, но... И без этого можно. Так, неплохо. Ты заглядывай, тут весело бывает! Хоть бы косорылых каких пошмалять! Да, долговцы тут серьезные тоже. Все серьезные. Да, я не знаю, калибр надо мне перебирать. Ради патрона. Но у нас в Малолетке даже Китай. Ну все вроде получается. Все, что могли, сделали. Сик, наверное, прокачивать не буду пока. Бывай! До лучших времен. Но я его оставлю, это очень хорошо, хорошее оружие, но достойно того, как минимум. Время дорого. Рассказывай. Что? Не, бандиты здесь реально серьезные. Это не лохи там какие-то. Решать спокойно могут. Один на один. Будь здоров. Они... Можно еще зарядку продать одну. По еде все, да, потихонечку заканчивается все, да. А, я еще забыл, мне нужны гранаты эти. Берем, пожалуй. Да,
Чего расскажешь хорошего? Да, по-любому надо продать. Зарядку это. И все будет в норме. Да, до ученых, конечно, можно дойти еще. Может, сварок появится. Вероятно. Я обойду, пожалуй, территорию. А, они здесь, да? Ха-ха-ха. Походу, придется, да, все-таки с ними сцепиться, блин. А да ладно, ну почему они туда именно пошли? Игра прям заставляет. Они уже меня, кстати, видят. Ну, я бы не пошел, потому что нейтральная территория, во-первых. И у них позиция лучше, чем у меня. Можно, конечно, обойти их. Но я бы не стал там воевать. Это очень глупо будет. Обойду просто сейчас и все. Если все-таки надо будет воевать, значит повоюю. Конечно, перезагрузить на всякий. Чтобы это я выпал, еще что-нибудь и все. И игра подыхает сразу. С этими ребятками сейчас, конечно, надо будет как-то, не знаю. Я думаю, можно просто обойти, даже не напарываться на них. Ну, как бы там серьезные бандиты, если что, как бы не все так просто, как кажется. Я более чем уверен, что именно те бандиты очень могут легко меня устранить. Вообще легко. Оружие нормальное у них. Броня у них тоже есть. То есть неплохие шансы у них надрать жопу любому. Поэтому лучше не стоит ввязываться пока что. Чего тебе? Ну? Я слушаю. Да-да. Здравствуйте, здравствуйте. Друзья, полис, сварок? Нет? Нет, не будет сварок. Окей. Ладно, я думаю, на этом закончу. Потом пойдем выполнять растения и прочую тему. Так что всем покидал.